Хотелось бы поговорить сегодня, да, о ситуации, которая сложилась у нас в Вачинском районе в отношении задолженности предприятий ресурсокоммунального характера, назовем их так. На сегодняшний день, если мы говорим о всей системе в целом, то это задолженность в размере более чем 49 миллионов рублей. И в совокупности это 8 коммунальных предприятий, причем мы будем говорить как о предприятиях, которые в настоящий момент уже практически прекратили свою деятельность, то есть идут уже глубоко юридические процедуры, которые мы называем там, банкротством, да, или принудительное взыскание уже без объектов. И есть действующие компании, которые настоящие продолжают работать, в том числе, ну, с моей точки зрения, должны, да, очень качественно подготовиться к отопительному сезону следующего периода. Если более детально, можно данное предприятие проговорить. Да? Ну, прежде всего, это предприятие МУП РКК, да, это очень наш долгосрочный должник, который уже находится в очень глубоком периоде, это более чем 24 миллиона рублей. Мы здесь говорим о том, что вся задолженность со стороны Красноярского энергосбыта в настоящий момент взыскана в судебном порядке, да, и мы уже в процедуре банкротства. Мы понимаем, что те объекты, которые когда-то были в МУП районном коммунальном комплексе, безусловно, да, вот те важные социально значимые объекты передаются по иным предприятиям ресурсно-коммунального характера, на которых тоже возникает проблема. Ну, давайте пройдемся, да, наверное, по каждому из этого предприятия и поговорим. Общество с ограниченной ответственностью районные коммунальные хозяйства, да, РКХ. Если быть точнее, то сейчас это задолженность порядка 8 миллионов 640 тысяч рублей. Это объекты, которые расположены у нас на территории Ачинского района: Салырь, Преображенка, Тимонина, Игинка и Лапшиха. Сейчас уже данное предприятие прекратило свою деятельность как поставщика ресурсов и, соответственно, передала эти объекты дальше. Если быть детальным, да, мы тоже говорим о том, что полностью все задолжены изыскивать, о том, что Красноярский энергосбыт здесь использует механизмы, которые позволяют законодатель, в частности, мы ведем работу по привлечению руководителей и само юрлицо к административной ответственности. Я здесь напомню, наверное, да, о том, что предприятия такого комплекса, мы их называем, да, предприятия, ограничение которых может привести к экологическим, социальным и экономическим последствиям, должны работать в плане предоставления плана мероприятий по введению в отношении них, да, полного ограничения, и, соответственно, обязаны этот план мероприятий впоследствии исполнять в определенном установленном законодательным сроком. Если такая компания такие мероприятия не проводит, то это повод обратиться к Красноярскому энергосбыту в органы Ростехнадзора и с дальнейшим вынесением либо собственным решением РТН, да, мы его называем, либо мы здесь говорим о привлечении уже таких должников в судебном порядке, выносит соответствующий штраф. Какие риски у таких компаний есть и какие уже есть, например, в отношении общества ограниченности РКХ на сегодняшний момент. Ну, прежде всего, да, у нас должностное лицо может быть оштрафовано, да, от, в сумме от 10 до 100 тысяч рублей. Мы говорим, что в неисполнении мероприятий такого рода присутствует позиция дисквалификации руководителя, то есть руководитель может быть дисквалифицирован в периоде от 2 до 3 лет. И юрлицо у нас тоже, соответственно, может, да, сформировать, получить позицию по штрафу, это от 100 до 200 тысяч рублей. В отношении общества ограниченных РКХ, какие решения уже есть, мы привлекали совместно с РТНом такое лицо к штрафу, это было там, в районе 50 тысяч рублей, как раз в более ранних периодах. Дальше пойдем, наверное, по каждому предприятию, да, и уже немножко о сути поговорим. Те предприятия, ну, в следующем списке будут предприятия, которые продолжают свою деятельность на территории Ачинского района. Это общество с ограниченной ответственностью, Ачинская районная снабжающая компания. На сегодняшний момент это задолженность в районе 7 миллионов 350 тысяч рублей. Мы говорим о взыскании, да, в принудительном порядке в отношении данной компании задолженности. Также мы говорим о том, что мы идем в направлении привлечения, да, через Ростехнадзор, да, позиции, о которых я говорил раньше, аналогичные, которые есть в этом формате. Решение, по сути, по части задолженности, они уже у нас есть, это пока еще декабрь, да, остальные стадии рассмотрения. Мы понимаем, что тот уровень задолженности за 4 месяца, который сформировался, он, по сути, говорит о неких предпосылках, в том числе в отношении этой компании к
наверное, печальному окончанию ее деятельности на территории. Почему? Потому что есть все, ну, на сегодняшний момент уже предпосылки по запуску процедуры банкротства данного учреждения, которые, по сути, могут привести к чему? К неготовности, да, определенной территории к началу отопительного сезона. В этом же комплексе есть предприятие Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис. Абсолютно аналогичная история с точки зрения наличия задолженности. Это уже 4 миллиона 675 тысяч рублей. Те же действия, о которых мы говорим в отношении взыскания через Ростехнадзор, да, мы говорим про исковое производство, аналогичная ситуация. Решение суда, пока у нас еще только один исполнительный лист, да, и достаточно свежие периоды проходят сейчас судебные инстанции, но думаю, что в ближайшее время мы получим соответствующие позиции. Опять же, да, возникают все риски о том, что предприятие, с учетом того, что Красноярский энергосбыт будет осуществлять аресты счетов, действовать, да, в принудительной зоне, да, получения средств, могут быть не готовы к началу отопительного сезона. И дальше мы говорим, да, опять же, о процедуре банкротства. Из действующих компаний я, наверное, выделю две организации, но можно их не называть. Почему? Потому что эти компании в мае месяце все-таки смогли решить вопросы по гашению своей задолженности и вышли уже на процедуру либо ее оплаты полностью, либо о заключении соглашения с Красноярским газбытом. То есть я говорю о том, что есть ряд компаний, которые предпринимают действия, да, и выходят на процедуру оплаты такой дебиторки, да, мы ее называем. А есть организации, которые, вот, которые говорили Леша, которые, к сожалению, в настоящий момент продолжают деятельность в этом характере. Что у нас еще? Следующая компания — Ачинская районная сетевая компания. Это предприятие, которое, по сути, уже передало объекты, но в своем итоге оставило задолженность перед Красноярским энергосбытом в размере 1 миллион 184 тысячи рублей. Мы говорим о полном взыскании этой задолженности. Сейчас она находится в службе судебных приставов. Красноярский энергосбыт предпринимает все меры там, по поиску имущества, да, по возможностям, да, гашения такой задолженности. Понятно, что у нас в том числе идут на рассмотрение те же документы по Ростехнадзору, потому что мы продолжаем действовать в отношении руководителя очень жестко. Ну и мы говорим, да, о возможном запуске процедуры банкротства по такому учреждению, потому что, опять же, задолженность есть, объектов уже нет, они уже переданы, и они находятся в зоне ответственности другой организации. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 1 067 000, это объекты, которые котельные, расположены в водонапорной башне, в Тарутино, скважины. Мы говорим опять же о той ситуации, что на сейчас этих объектов уже в организации нет, а задолженность осталась. Понятно, что судебное решение, понятно, что взыскано полностью, понятно, что ведем сейчас работу со службой судебных приставов, да, и опять же возникают риски не получения данных средств, потому что по сути есть моменты, да, по неналичию имущества и разного рода вот такого характера, такого направления.